Мужики, смотрите, какие крутые товары я нашел для нас. И не забудьте про конкурс в конце ролика. Айда смотреть! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Сегодня мы с вами посмотрим очень интересную подборку с классными товарами для каждого мужчины с сайта AliExpress. Если вы хотите узнать, как экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, то рекомендую пользоваться кэшбэком, который проверен мною лично. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании под роликом. И как всегда, для тех, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе с денежным призом. Приятного просмотра! И первым мужским товаром у нас будут подтяжки для рубашки. Если вы носите рубашки, то вам наверняка знакома такая проблема. Она все время задирается над брюками. В этом случае вам пригодятся эти подтяжки. Они надеваются на ноги, поэтому абсолютно незаметны под любыми штанами. Аксессуар надежно фиксирует рубашку с помощью 6 зажимов, а на теле держится за счет мягкого эластичного материала. Можете быть уверены в том, что низ сорочки останется на месте в течение дня. Не придется постоянно отвлекаться на то, чтобы заправлять ее. Эту полезную вещь нужно иметь в гардеробе каждому мужчине, особенно тем, кто проводит весь день в офисе за компьютером. Термостойкие кевларовые перчатки изготовлены из специального термостойкого материала и надежно защитят руки от сильного жара в гриле. Перчатки позволяют работать как с большими раскаленными аксессуарами, так и с аксессуарами, в которых необходима моторика пальцев, например, работа с шампурами. Благодаря специальным термостойким прожилкам из силикона аксессуары никогда не выскользнут у вас из рук. Семейный большой ветрозащитный зонт. Такой классический черный зонт идеально дополнит образ солидного и уверенного в себе мужчины. Увеличенный купол зонта надежно защитит от дождя. Купол зонта 130 см в диаметре, выдерживает большие порывы ветра в отличие от малых зонтов. В сложенном виде 30 см, в зонте 10 металлических ребер, полностью автоматическая система открывания-закрывания, удобная стильная ручка. Вес зонта 480 грамм. Эта модель подойдет высокому и крепкому мужчине, а также его семье. Демисезонная армейская куртка выполнена в 4 цветах из современных высококачественных материалов. Верхний слой содержит в составе хлопок и полиэстер, надежно защищающие от ветра, а внутренний съемный подклад состоит из стеганого полиэстера, который не скатывается при стирке и обладает мягкостью. Куртка закрывается на металлическую молнию с ветрозащитным клапаном на кнопках, имеет воротник-стойку с интегрированным капюшоном, который прячется в воротник и закрывается на молнию. 4 накладных кармана, 2 нагрудных и 2 боковых с клапанами на кнопках. Специальным образом пошитая спина абсолютно не сковывает движение и позволяет вам чувствовать себя в ней легко и комфортно. Антипорезные рукава. Для условий работы, при которых существует риск порезов или защемления рук и предплечий работника. Идеальное решение, обеспечивающее защиту при обработке металлов, работах со стеклом, операциях сборки в автомобилестроении, при переноске и монтаже острых стеклянных и металлических предметов. Идеально сочетаются с перчатками, защищающими от порезов. На рукавнике обладает высокой стойкостью к проколам, воздухопроницаемостью и отводом тепла. Стальной готический браслет. Это единственный в своем роде мужской байкерский браслет со скелетом, костями и черепами. Он изготовлен из чистого металла нержавеющей стали с весом 112 грамм. Он имеет уникальный регулируемый ремень с пряжкой для идеальной затяжки на запястье. Обладатель такого браслета всегда будет выглядеть стильно и круто, как настоящий байкер. Те, кто купил его, говорят, что браслет вживую выглядит более впечатляюще, чем на картинке. Складная ультрапрочная туристическая сумка. Практичная и функциональная вещевая сумка легко решает проблемы с пространством и транспортировкой раз и навсегда. Это объемная и суперлегкая сумка. Когда она не используется, ее можно сложить в пакет. Вместе взятые эти особенности делают ее идеальным спутником для ваших путешествий. Изготовлена из прочного водостойкого обработанного нейлона, который гарантирует, что содержимое всегда будет храниться в сухом месте. Складывается вовнутрь с зигзагообразной строчкой на кармане, превращается в несколько секунд в легкий мешочек, который можно держать всегда под рукой в вашем рюкзаке или сумке. Антипригарная сковорода для гриля. Подойдет для газовой или электрической плиты. Это полноценный барбекю у вас на кухне. Наслаждайтесь вкусом любимых гриль-блюд из мяса, курицы, рыбы и овощей. Это незаменимый помощник на кухне любого современного мужчины. Благодаря гриль-газу вы сможете приготовить множество не только вкусных и диетических, но также разнообразных и полезных блюд.
Сковорода с антипригарным покрытием изготовлена из углеродистой стали, которая отличается высокой прочностью. Она легко очищается, ее можно мыть в посудомоечной машине. Практичная сковорода прослужит долго и надежно. С ней ваш отдых будет намного приятнее. Оригинальный брутальный ремень. Отличный стильный ремень для байкеров, любителей рок-музыки и не только. Подойдут как мужчинам, так и женщинам. Ремень сделан из натуральной кожи и имеет не только брутальный, но и очень стильный и необычный вид. Будет очень крутым дополнением к вашим джинсам и будет подчеркивать вашу мужественность. А еще будет невероятным подарком любому мужчине, так как похожие поясы вряд ли можно найти в обычном магазине. Материал пояса 100% натуральная кожа. Есть разные размеры и разные цвета на любой вкус. Огромный налобный фонарь для тех, у кого крепкая шея. Я даже не могу представить, кому этот фонарь может подойти с комфортом. Но как по мне, вещь очень полезная, даже несмотря на то, что имеет такие не очень маленькие габариты. Подойдет для освещения как в доме, гараже или на даче, так и в походе, рыбалке и охоте. А еще, наверное, пригодится в автомобиле для экстренного освещения в разнообразных ситуациях. Можно заказать лампу на различные мощности, от 30 Вт до 100 Вт. Если произойдет короткое замыкание, лампа автоматически выключится. Можно подключать к авто. Есть защита от перегрузок. Весит лампа около 0,5 кг. Перед покупкой рекомендую хорошо ознакомиться с характеристиками. Надежные армейские берцы, легкие и высокодышащие. Мягкие и комфортные военные армейские берцы выполнены с помощью применения современных технологий. Верх – натуральный замш высокого качества. Вставки из дополнительно усиленного нейлона для обеспечения вентиляции и уменьшения веса. Обладают потоотводящими свойствами. Благодаря боковой молнии берцы легко обуваются и снимаются. По бокам ползунки спрятаны под карманы на липучке. Полностью цельнолитая прорезиненная противоскользящая подошва с углубленным узором протектора для улучшения свойств сцепления с поверхностями любого типа. Имеют мягкий верх, голенища и языка, усиленный носок и пятку, терморегулирующую внутреннюю подкладку, крепкие шнурки. Подошва антистатическая, устойчивая к нефтепродуктам, прослужит долго и надежно. Тренировочная футболка Rush Guard с длинным рукавом на основе полиэстера и эластана предназначен для занятий на любых тренировках. Футболка имеет технологию Anti-Smell, за счет чего происходит предотвращение появления запаха. Крепкие и плоские швы не натирают кожу во время занятий. Изделие имеет покрытие против бактерий для лучшей защиты организма спортсмена от микроорганизмов. Эта тренировочная экипировка идеально подходит для всех видов единоборств и фитнеса. Rush Guard – это отличное решение для спортсменов всех уровней подготовки и видов единоборств. Он хорошо защищает кожу, выводит влагу, сохраняет тонус мышц. Утяжелители для тренировок придадут мышцам дополнительную нагрузку, превышающую обычный уровень их напряжения во время упражнений. Вы можете надевать их, занимаясь ходьбой, бегом, гимнастикой. Эти утяжелители прочно и комфортно крепятся на запястьях и лодыжках, обеспечивая серьезную нагрузку, совершенно не сковывая движений. Таким образом, тренировке придается аэробный эффект, в умеренных количествах благотворно влияющий на состояние сердца. Используя утяжелители, вы повысите результативность упражнений, быстрее избавитесь от лишнего веса, подготовите тело к усложненной программе тренировок. Классный вместительный бумажник удивит внутренним разнообразием различных по назначению отделений. Имеет целый арсенал оригинальных решений для размещения ваших карточек, купюр, монет, паспорта и документов. Отличительной особенностью новой модели является наличие специального отделения для паспорта, а также прозрачный карман под права размера А7. Это далеко не все новшества. Еще мы видим специально вшитый прозрачный файл под формат документа А5 и небольшую, но очень полезную для делового мужчины визитницу с четырьмя отделениями. Размеры кошелька портмоне 14 на 11 сантиметров, что при таком функционале очень даже компактно. Цифровой бинокль с дисплеем. Он имеет встроенную фото- и видеокамеру на 5 мегапикселей, что позволяет дополнительно снимать фото и делать видеозапись увиденного. А управлять функциями бинокля и смотреть за наблюдаемым объектом очень удобно через 2-дюймовый LCD-дисплей, размещенный на корпусе. Бинокль можно подключать к ПК по USB для трансляции изображения на монитор. Имеет крепление для установки на штатив, 12-кратное увеличение. Диаметр передних линз составляет 32 мм. Запись ведется в формате AV с разрешением HD и Full HD. Поддерживает карту памяти емкостью до 32 ГБ и работает от двух пальчиковых батареек.
А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий со словом «мужик». Подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайф и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать конкурсы. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!